Телеканал «Автоплюс» приглашает на первую автомобильную выставку года – Петербургский автосалон. Выставка приурочена к 125-летию создания первого российского автомобиля. Организаторы заявляют, что на выставке можно подобрать автомобиль без нажима менеджеров и рекламы. На выставке представлено более 20 автобрендов. На ежегодном автосалоне в северной столице посетители могут познакомиться с новинками рынка, провести тест-драйвы интересующих моделей, послушать выступления экспертов отрасли и, конечно, полюбоваться уникальными выставочными машинами. Посмотреть действительно есть на что. Ведь в этом году совместно с Мотор-шоу проводится выставка «Олдтаймер Галерея», которая обычно проходит в Москве. Повод отличный – 125 лет первому российскому автомобилю. Первый российский автомобиль в Петербурге был создан, первые автомобильные салоны в Петербурге проводились, первые гонки на императорские призы, гараж особого назначения, то есть императорский гараж был тоже в Петербурге создан. И так как-то жизнь нас подтолкнула к такому решению, что нам надо 30-ю Олдтаймер-галерею сделать в Санкт-Петербурге. Организаторы Олдтаймер-галереи привезли в Санкт-Петербург автомобили, которые уже успели полюбиться жителям Москвы. Среди особо интересных экспонатов – реплика автомобиля Яковлева «Фреза», «Москвич-415», «Мерседес-Штирлица», «ЗИС-101» и редчайший «ГАЗ-6». Эта машина интересна тем, что она сохранилась практически без серьезных изменений, и в одних руках она была с 56 года, в одной семье, скажем так. Помимо прочего, зрители могут полюбоваться автомобилями из гаража Ленфильма и коллекции Михаила Полковникова. В столице такого не увидишь. Не обошлось и без классических американцев, таких как, например, Cadillac DeVille 1959 года. Уже, если вы видите на торпеде посередине, да, стоит глазик, это не что иное, называется это iTronic i. Это автоматический переключатель свет фар с дальнего на ближний. В 59 году Cadillac уже эту функцию исполнял. Петербургский автосалон принимает посетителей с 8 по 11 апреля. К слову, это не единственный праздник для автолюбителей, запланированный на текущий год. В конце июля в северной столице также пройдет летний автомотофестиваль «Движок». Зрителей ждет выставка ретро-автомобилей и новинок тюнинга, зрелищная программа с авто- и мото-шоу, дрифтом, джимханой, мото-триалом, выступлениями скейтеров и велотрюкачей.